Тропа в фельдшерско-акушерский пункт села Андреевка Богатовского района не зарастает никогда. Жители активно идут вакцинироваться, а те, кто привился более полугода назад, повторяют процедуру. Секрет большого числа привитых в том, что медики работают здесь уже много лет, знают практически каждого пациента, а те им, в свою очередь, доверяют. Если врачи говорят «надо», идут на иммунизацию. Жителям очень удобно, в шаговой доступности находится фельдшерско-акушерский пункт. Все этому рады, конечно, пользуются. Обращают за медицинской помощью к фельдшерам. Жительница Андреевки Анастасия Рябцева сделала прививку от коронавируса еще в прошлом году. Семья ее поддержала, вакцинированы все. Говорит, никаких осложнений не было. Сейчас решила повторить процедуру. Новая зараза, с которой нужно бороться. Это и сподвигло защита от коронавируса, помощь организму. Медики советуют накануне майских праздников позаботиться о своем здоровье и сделать прививку от коронавируса, чтобы с чистой совестью общаться с близкими и друзьями. Выездная вакцинация в селе на этот раз прошла в рамках Всемирного дня здоровья. Пациенты смогли не только сделать прививку, но и пройти диспансеризацию. Здесь включает в себя дополнительная диспансеризация анализы. Потом врач смотрит и, оценивая состояние здоровья, направляет уже на углубленную диспансеризацию, куда включает эхокардиографию, УЗДГ, УЗИ органов брюшной полости. По словам врачей, в большинстве своем в стационар попадают люди невакцинированные. Те, кто сделал прививку, болеют гораздо меньше и легче переносят все симптомы. Поэтому сейчас важно не останавливаться, вовремя проводить ревакцинацию. Однократная прививка не дает эффекта на долгие годы. Вирусы способны мутировать, и прививки учитывают возможности новых штаммов. Виктория Шарая, «События».